Видный саудовский богослов Салих Аль-Фаузан издал фетву, которая позволяет отцам устраивать брак для своих дочерей, когда те еще находятся в младенческом возрасте. В качестве примера он привел одну из жен пророка Мухаммеда, Аишу, которой было 6 лет на момент заключения брака, но близости с мужем у нее не было до 9-летнего возраста. В последнее время в Саудовской Аравии участились случаи, когда замуж выдаются совсем юные девочки. А причины этого в стремлении их отцов получить богатый выкуп за невесту, иногда достигающий десятков тысяч долларов. В ближайшее время Министерство юстиции примет закон о возрасте вступления саудовских девушек в брак.